Свежий воздух. Решила прогуляться, подышать свежим воздухом. Весь день работала за компьютером, вчера тоже. Можете посмотреть мой новый концерт в очень хорошем качестве. Все загрузила, все стоит, все видно и слышно. Сейчас покажу вам цирк. Его еще, видно, не убрали. Он на Рождество здесь стоял, еще до сих пор стоит. Сейчас зайду с другой стороны и покажу, посмотрим. Так, идем. Сейчас я зайду здесь. Он, наверное, закрыт. Видите? Айнганг. Вход. Вот тут все закрыто. Супер театр. В тот раз было здесь очень мокро, я не могла пройти. А сейчас, наверное, смогу здесь прогуляться. Ну, классно как, ну? Но тоже ничего нету. Все. В том году тоже он сюда приезжал, но не было. Не было освещения, они, наверное, убьют. А потом, наверное, я по потемкам тут не пойду, я назад вернусь. Слишком темно. Там слишком темно идти. Так что возвращаюсь обратно. Такая тишина, свежий воздух. Что хотела сказать. У меня сейчас свет включу, чтобы было лучше видно. Я там себе поставила новую программу на YouTube. И теперь хочу... У меня все было на английском. А теперь для моих поклонников будет и на немецком, и на французском, и на русском. Я поставила специальную программу, чтобы она переводила вот эти субтитры и подписи текста и заголовка. Все языки. Ну, не на все, на которые я успеваю. Все равно вы сможете по-русски или по-французски, или по-испански прочитать, о чем речь. Но название песен будет также продолжаться на английском языке, потому что, как я и сказала, все песни у меня на всех платформах обозначены, загружены на английском языке. Поэтому он и не переводит, он так и оставляет на английском языке. Ну, я, может быть, в скобочках подпишу потом. И также на японском я перевела уже, на китайском, на некоторые песни. Ну, не знаю, правильно или нет. Я надеюсь, что все правильно. На французском сегодня переводила. И там даже мои названия, не хватает места. Вот в этой табличке, в этом заголовке, так что... Некоторые названия, наверное, буду сокращать, чтобы на французский перевести. Желаю хорошего вечера, не болеть. Всего самого хорошего, наилучшего. Я возвращаюсь. Все прогулялось, свежего воздуха надышалось. А, кстати, сейчас засниму еще видео. В почтовый ящик посмотрела, у меня там открытки пришли со мной. Я на фотографиях. Да. Ну, там я посмотрела подпись, оригинальная подпись. Надо будет еще подкорректировать. Поэтому я всегда заказываю и смотрю, проверяю, чтобы все было идеально. Виноватая подпись получилась. Ну, потому что мотив темный, и подпись тоже такая темная. Поэтому надо будет чуть-чуть подкорректировать. Вчера у меня заказали там тоже пуловер с руками, с моим лого рука. Я очень рада. Нидерланды, в Голландию. Очень приятно. Классно. Только красного цвета пуловер. Постепенно будет появляться новый дизайн одежды.
Мне очень это все нравится делать, и я буду дальше грузить и открытки, и футболки, и пуловеры, много всего. Ладно, давайте, всего хорошего, пока.